Вот три машины в гости к диакону приехали. Приятно. И вот три машины здесь у нас выезжают. Вот тебе живут люди бедно. Так учитывая, это не наши машины все. В гости только на крещение приехали. Батюшка крышу перекрыл. Зеленая поповская крыша. Рена, батюшкина Рена. Ай, скачет она. Ну чё, чё? Это Рена Ураганова дочка. Ну, чё такое, а? Стой, постой, 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 постой. Ох, она такая. Я иду сюда. Что-то никого не вижу. А главное? А. А где остальные это? Только успела открыть. Куда делись-то? В школе. Вообще тут никого и не должно быть. Три машины у двора стоит, никого нет. Попрятались? Все в школе, все в школе. Панорама международная. У соседей три машины, у нас три машины. Сказали, что-то просматривать будут. В школе. А зачем машину тут оставили? В заблуждение людей вводят. Кошечка лежит. Они вон где. Ты машину оставь здесь все. Они в школе там что-то смотрят, говорит. Поехали, с Богом. Так можешь туда подойти? А? Там и раздадим. Или здесь надо раздавать? Здесь надо раздать. А этому не сказал, чтобы дать этому? Я спросил, он отказался, Костя. Ну, отказался. Так это я сейчас тут боком сажусь. Вон он поехал. Лемуха. Костя. Дождя нету. Но все равно домой ехать надо. Давайте. Что они там смотрят-то, а? Сейчас мы посмотрим, что они смотрят. Сейчас, подожди. Ой, велосипед мой. Я его сейчас поставлю вот сюда. Смотри, какие фотографии. Балабуем, живой нет. Наташа, ты сейчас где, Наташа? В Америке. А, в Америке. Приходит. Воспитатель лагеря. Да, да, сколько она тут сделала. И сад, это все ее работа. Как он? Откуда? А что там, я включил?
Ну, может быть, как не заметил, не чуть-чуть. Каждый день хожу по этим по полгода и не заметил. Мы летал, везет, мы да, мы начнем. 89-й год. Я с детишками еду. Колодец, там, где костер. Это Витя-Петербург. Картина очень известная. В этом все для человека. Все, в этом все для человека. Положи сюда, где тебя сфотографируют. А вот какая красота, посмотри. Вот эту вот. Вот. Да, вообще красиво. А? Подожди. Да. Ну, шикарно. Вот эта фотография. Глянь. Да. Ослепительная. Три улыбки. Можно я брать? Чего так? Да. Один старый. Так пропал мужик. Да? А? Так пропал мужик. Да, пропал еще нигде. Нигде нет. Но мне на днях передали, говорит, он, когда получил большую премию от американцев, что ли, на фотовыставке, и последнее отметили, в каком-то он заходил в забегаловке, и будто бы он сказал где-то в такси, что я, говорит, столько денег получил, что такси хватило бы до Владивостока. Вот надо, тянули его за язык. Ну, тянули, сказали, это передавали. Ну, что он выпивал, это не секрет. Ну, да. Три богатыря. Это Анфиса. Фотография отличная. О, посылка пришла. Это у нас такой лагерь был, из камыша, все. О. Подожди-ка. Ну, подержите или как-то. Так. Я не знаю, как вас снять-то издалека. Надо. Вы сфотографировать. Да. Ну, фотографировать не знаю. Так. Здесь молодые сидят. Вот эта фотокарточка получила премию на международном фотоконкурсе. Такое движение. Мои сапоги несет она. Ой, с масочкой. Я надо Продолжительность.
что такое? На меня почти на голову тяжелее. Когда приехали, я к тому, что таких как вы есть. Мы с ним вчера пришли в храм. Он говорит, он собрал. Сейчас как-то мы разъехались. Люди разъезжаются. Такие подсвечники, у них не дырочки подсвечники, а часов. Ну, где это погреть? Ну, мы зашли, по-моему, в никого не было. Охрана отправлена. Колокольный, маленький такой. И тут идем на руки, как будто бы все. Что? Так что вот мы... Заснял. Саня, давай. А что, что, поехали? Как будто все заснял. Все. Там еще спрятаны, нет или все? Нет, все. Но, все. Ну, богатство. Это какой год? Заезжай, звоню. Как? Да кто знает, ну вот какой год, это Терентий, ну это уже 2000 какой-то год примерно. А это Максим. Максим, уже взрослые ребята-то, видите. А это чей? Да, вот не знаю. Да это Никита, потом по-моему. Спрашиваю. Не ваш Никита? Да вроде как да мой. Его сын. Я Яковлев. Его. Красивая? Какой труд положен. Понимаешь, это вот он сидит, Волобуев, автор. Он потерялся сейчас, потерялся и вряд ли живой. Если где-то умер, то, Господи, пощади его. Мы молимся об этом, Александре потерянном, мы каждый день молимся. Спрашивает, где написано про украшение и плетение волос для женщины. Господь обличает. Второе Петра. В Второзаконе? Да. Нет. Как раз в Новом Завете говорит. Ну, не внешним украшением, говорит, но сокровенный дух от человека, что драгоценно пред Богом. Это у Петра. Послание Петра. Что, у Петра? Нет. О чем помнил? Ну ладно. Помочь ему, брат? Пускай это еще. Надо объявление. Все. Посмотрели? На выход. Вот посмотри, как к лесу подходит. Неужели вот она сейчас приезжала, сейчас уехала. Какая радость. Ну, церковь-то сегодня, это же... Да. Нет, он стоит, он не глядит даже. А вот, гляди, какая картина. Сколько экспрессий-то здесь? 2005 год. Последний удар лбом. Что-то бывает так. Что-то я... Это как крещение. Папир сухо заходили. Сколько людей, смотрите. 96-й год. Много. 98-й. Чтобы на память не передать. Да. При себе. А что же дальше? Я же это... 100 раз. Тысячу раз. Вот они где. Сейчас выйдут. И на этом конец. Как побороться, Игнатий Тихонович? Есть такое у меня качество, недоверие к людям бывает.